Сегодня я хочу вам показать, как приготовить морковку по-корейски или корейскую морковку. Что нам нужно для приготовления морковки по-корейски? Морковка, конечно же, перец, хмели сунели, масло растительное, чеснок, уксус и соль. И многие рекомендуют там добавить столько-то соли, столько-то перца, столько-то чеснока. Но так как у всех разные вкусовые пристрастия и разные предпочтения в еде, думаю, что вы сами можете и должны отрегулировать, сколько чеснока, сколько перца, сколько соли, уксуса и приправ вы добавите. Главное, чтобы вы поняли принцип приготовления корейской морковки, а дальше уже дело вашего вкуса. Для начала мне нужно приготовить морковку. Для этого я сейчас воспользуюсь моим кухонным комбайном. Мы измельчили нашу морковку. Сейчас нам нужно добавить соль. Все добавляем по вкусу. Добавили, попробовали. Вот я добавляю столько соли. И аккуратно перемешаем. Можно руками, можно ложкой, как вам удобнее. Сейчас мы добавляем хмели сунели. Тоже по вкусу. И добавим острый перец. Перемешаем все. Сейчас добавляем наш уксус. Тоже по вкусу добавьте, сколько вам нравится. Так, добавили уксус, перемешали. Сейчас нужно наш чеснок продавить через чеснокодавилку. Так, чеснок мы также продавили. И сейчас осталось всего лишь подогреть наше растительное масло, не доводя до кипения. Как только заметите, что масло начало готовиться закипать, вы сразу же снимаете с огня. Так, и так идем подогревать наше масло. Масло наше уже готово. Все, снимаем с огня и заливаем нашу морковку этим горячим маслом. Так, аккуратно наливаем наше масло по всей морковке. Все, перемешаем. И наша морковка по-корейски готова. Перед подачей на стол вы можете добавить мелко нарезанную свежую зелень. Приятного аппетита! Если вам нравятся наши рецепты, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал.